Приветствую вас, драгоценные, в эфире телеканала CNL и Дом Веры, наша интернет-община в эфире. Надеюсь, у вас все хорошо и вы благословенны, а если нет, то тогда вы в правильном месте. Давайте возьмем кружечку кофе, если у вас утро, если у вас вечер, возьмите кружечку чая, что угодно, кипятка возьмите. Будем вместе изучать Писание, добро пожаловать в Дом Веры. Это интернет-община. Мы встречаемся каждый день здесь в прямом эфире, кроме субботы и понедельника. Если вы хотите сейчас присоединиться ко мне и комментировать этот эфир, то вы это можете легко сделать. Пройдите на сайт domveri.ru или .com, как вам удобнее будет. И вы можете комментировать, задавать вопросы и даже давать направление нашему эфиру. Приветствую Дмитрия с Воронежа, Ольгу приветствую из России, приветствую Георгия из Нальчика, Катю из Риги, Ларису приветствую из Камышина, приветствую всех, Славу, конечно же, приветствую, приветствую вас любовью Господа, Юрия, у нас там два Юрия уже сидит. Приветствую обоих Юр, пусть Бог благословит вас, вижу, вы комментируете, пусть Бог благословит, благодарю вас за приветствие, во имя Иисуса Христа, аминь. Итак, сегодняшняя моя тема — фиаско, неудача, неудавшийся проект. Что делать, когда вас одолевают неудачи, ну или давайте так называем, черные полосы. Наверное, это проклятие, закричат люди, верующие в проклятие. Знаете, сегодня все больше и больше людей становится верующих в проклятие. И когда я с ними встречаюсь, я говорю: вы, ребят, вы что, совсем что ли обалдели? А они говорят: нет, проклятие — это реальность. Проклятие — это такая штука. Вы должны их разрушить. Представьте, разрушь проклятие, и все. И будет Эльдорадо. Не будет никаких. Оказывается, вот где вся проблема, верят наивные христиане. Проклятие. У меня, если я с проклятием разберусь, тогда я совсем разберусь. Дорогой мой человек, как ты жестоко ошибаешься. Проклятие существует, но не в проклятиях суть дела. Суть дела немножечко в другом. Если бы... Почему апостолы, когда к ним приходили проблемы, не боролись с проклятиями? Почему нигде в Библии не написано, или давайте так скажем, Иисус Христос не ходил и говорит: я разрушаю проклятие, я пришел, чтобы разрушить проклятие. Да, люди живут под проклятием, но Иисус пришел, чтобы освободить, чтобы мы жили в свободной жизни. Теперь, когда мы говорим о проклятиях, проклятие — это следствие греха, проклятие — это следствие грешной жизни, проклятие — это следствие зла в нашей жизни. Если же ты уверовал в Иисуса Христа, если же ты веришь в Иисуса Христа, если же ты живешь для Иисуса Христа, если Иисус в твоей жизни, тогда это не вопрос проклятий. Проклятия уже все решены. Но есть неудачи, есть трудности, есть проблемы. И сегодня мы будем учиться с ними бороться. Еще раз, когда происходят трудности в твоей жизни, это не проклятие. Не нужно списывать. Вообще, когда кто-то говорит, что у верующих есть проклятие, я в это глубоко не верю. Я верю в Иисуса Христа, который освободил нас от проклятий. Я верю в Иисуса Христа, который освободил нас от всякого зла. Я верю в Иисуса Христа, который даровал нам победу во Христе Иисусе. Я верю в Иисуса Христа, который открыл нам двери на небеса. Не нужно верить в проклятие. Верьте в искупительную благодать. Верьте в силу жертвы Иисуса Христа. Верьте в благословение. Не в проклятие мы уверовали, не в свободу от проклятия, но мы уверовали в Иисуса и в Его кровь. Мы уверовали, что Иисус освобождает. Мы уверовали, что Иисус освободил нас от всех-всех-всех проклятий и всякого зла. Скажите аминь на это. Аминь, аминь, аминь. Да, неудачи есть, и это жизнь. Вся жизнь состоит из неудач. Посмотрите, как дети учатся ходить. Дети делают один шаг, второй шаг, третий шаг. Они падают и плачут. И если придет такой верующий в проклятие, скажет: это под проклятием он ходит, он снова спотыкается на одном и том же месте. Нет! Он учится ходить!
когда ты учишься ходить, это не есть проклятие. Это не есть проклятие. Когда ты учишься ходить, это есть благословение. Ты падаешь, встаешь, падаешь, встаешь. Написано, праведник 7 раз падает, но встает. А учитель проклятие скажет, вы знаете, если ты 7 раз упал, то это значит, что твоя жизнь находится под проклятием. И тебе нужно немедленно пройти теорию, практику освобождения от проклятий. Какой-нибудь инкаунтер тебе затеет. Давай сейчас мы тебе проклятие освободим. Человек драгоценный, тебе нужна встреча с Иисусом, а не встреча с проклятиями. Когда ты встречаешь Иисуса, все проклятия отваливаются. И не нужно тебе дополнительного какого-то гуру, который тебя освободит от проклятий. Не нужен какой-то дополнительный сервис, дополнительная служба, дополнительное мероприятие, чтобы, так сказать, помочь Иисусу Христу до конца тебя освободить от проклятий. Иисус полностью освободил нас от проклятий. Дорогие мои, послушайте. Иисус нас освободил от проклятий. Иисус нас освободил от этого. Он, через жертву Иисуса Христа мы оказались абсолютно, абсолютно свободны. Свободны от всяких проклятий. Поэтому, если ты абсолютно свободен от проклятий, если ты абсолютно свободен от этого зла, если ты свободен, то все, что от тебя ожидается, все, что тебе ожидается, это ходить в свободе. Неудача приходит. Что же делать с неудачей? Может быть, нужно помолиться и прийти на какую-нибудь гору, чтобы тебя там освободили от проклятий? Навряд ли. Навряд ли. Конечно же, подниматься на гору надо, но, знаете, когда кто-то говорит, у нас будет, говорит, уединение с Богом. Я говорю, замечательно. Он говорит, я говорю, сколько человек придет? Он говорит, 1000. Я говорю, уединение с Богом с 1000 человеками? Это интересно. Как это уеди... Давай мы с тобой уединимся, где? В зале на 1000 мест. Уединение с Богом нужно, и каждому человеку нужна своя гора. Но когда ты уединяешься в зале на 1000 мест еще с 1000 человеками, ты немножко не уединяешься. Это просто обычная конференция, и нужно вещи называть своими именами. Слово «уединение с Богом» — это значит, ну, один на один остаться. И это тоже хорошо, и конференция хорошо, и уединение хорошо. Неудачи. Были ли у вас неудачные сезоны, неудачные проекты? Был ли у вас сезон трудностей, сезон, когда неудача за неудачей, трудность за трудностью, проблема за проблемой просто идут, идут, прут, и ты думаешь, да что же это такое? Знаете как, неудача к неудаче прилепляется, и одно беда не приходит одна, говорят, да, так кажется, такая пословица. И это случилось, и это случилось, и вот это случилось, и вот это случилось. И за этим это. Потому что, да что же это такое? И так легко подумать, что ну теперь все. Кончилась полоса. Кончилась полоса, и теперь все. Теперь все плохо, теперь все. И такая мысль подступает. Дьявол так тебе на ухо шепчет. Братан, все, ты попал. Сеструха, ты все. Конечно же, у нас бывают... так называемые черные полосы, или когда не ловится и остров невезения, когда и крокодил не ловится, и ничего там не стреляется, и страус не летит. А когда вдруг все не прет, и тебе так плохо, и ты просто мучаешься, и ты думаешь, да что же это такое, Господи, ну что случилось? И я вам хочу сказать, дорогие, в этот момент не нужно думать, что это ты виноват. Хотя, давайте так, вообще не нужно думать, что кто-то виноват. В жизни случаются сезоны трудностей. В жизни случаются проблемы. В жизни случаются неудачи. В жизни случаются, это нормально. Неудачи нам не даны для того, чтобы мы стали слабыми. Неудачи даны нам, чтобы мы мобилизовались, объединились, усилились и начали трудиться. Любая трудность – это всего лишь путь к совершенству, путь к возможности. Любая неудача – это всего лишь один шаг к прорыву. Можно, нужно, ты сможешь, у тебя получится.
Когда мы смотрим на любую рода неудачу, у нас есть два вывода. Или сесть и начать плакать, или засучив рукава, сказать, а я не соглашаюсь, и я засучиваю рукава, потому что я знаю, что у меня впереди большой труд, и я готов трудиться. Ты скажешь, ну что делать? А вдруг еще одна неудача? Если еще одна неудача приходит, мы берем второй рукав, засучиваем, закручиваем его так, и говорим, я готов трудиться снова. Что делать, если снова у тебя неудача? Ты говоришь, я готов трудиться снова и снова. Я готов бороться, я готов трудиться, я готов сражаться, я готов биться, я готов преодолевать силою возлюбившего меня Господа Иисуса Христа. Я готов укрепляться силою. Что делать, когда приходит? Проблема не в проблеме, проблема в том, что вы делаете с проблемой. В этом серьезнейшая, настоящая проблема. Когда вы начинаете на проблему смотреть как на что-то такое, неправильное отношение к проблеме приводит еще больше проблем. Если вы начинаете сидеть и плакать возле проблемы, тогда придет еще одна проблема, за ней еще одна проблема. И они начнут сыпаться одна за одной. Неудача, фиаско, банкротство. И начинаешь делать. Сделайте выводы. Какой вывод сделать? Тебе нужна сила и помазание. Тебе нужно включить веру. Я понимаю, когда наступает череда неудач, ну, что делать? Днем свет светит. И вы не нуждаетесь в свете. Вы открываете окно, вы идете по улице, все светло. Когда наступает ночь, и вы в темноте спотыкаетесь, в неведении, давайте, в любого рода неведении мы спотыкаемся. И мы идем и снова спотыкаемся, Мы говорим, все, надо же, вот теперь неудачи мне прут. Да нет, тебе просто нужен свет. Днем ты не нуждаешься во свете, а ночью тебе нужен факел или фонарик или еще что-то. Подсветить свой путь. Ночью нужно подсвечивать. Может быть, наступила ночь, и все, что тебе нужно, все, что тебе необходимо просто добавить света в свою жизнь. Посмотреть, куда ты идешь, посмотреть, что ты делаешь. Взять себя в руки, прийти в себя. Знаете, как блудный сын сидел возле свиного корыта, и там написано, и потом он пришел в себя. И когда он пришел в себя, он начал говорить, и сказал он, слуги в доме отца моего живут лучше, чем я. Нужно прийти в себя. Когда ты приходишь в себя, очнись, проснись, возьми шаг. Когда мы говорим о любой неудаче, любой проблеме, любой трудности, любому состоянию, когда у вас рушится и сыплется все, вам необходимо врубить энтузиазм, свет любви Божией, свет Слова Божьего пролить на свою жизнь. Что ты уныл? Ну, я столько трудился, я столько делал, я так старался, я так все. И вруби свет, вруби жизнь, вруби на полный источник, все вруби, и тогда ты засветишься. И тогда ты вдруг воссияешь, и тогда ты вдруг ты просияешь светом любви Божией, и тогда вдруг начнется у тебя новая жизнь во Христе Иисусе. Когда приходят неудачи, вопрос к вам, что вы делаете? Вы сидите уныло, смотрите на неудачу, когда вас обокрали, когда вы что-то сломали, когда что-то произошло с вами. Что нужно сделать? Нужно включить свет. Включите свет, и вы тогда не будете спотыкаться. Конечно, некоторые говорят, все хорошо, я пойду дальше, и снова спотыкаться, Нам нужен свет, нам нужно помазание. Возьмите свой елей, возьмите помазание, возьмите силу, возьмите от Духа Святого. Давайте прочитаем
о неудачном проекте пророка Самуила. Знаете, пророк Самуил вкладывался в Саула очень серьезно, очень сильно. И он фактически инвестировал в его жизнь. Это была его мечта, что будет царь помазанный. Он инвестировал в него жизнь и печалился о нем. Знаете, его проект сломался, нет будущего. Он пытался починить, он пытался там еще что-то, он пытался изменить. Но Бог сказал, не надо печалиться. Давайте прочитаем эту историю и порассуждаем о ней. Хорошо? Откройте вместе со мною. Ну, давайте так. Давайте откроем 1 Царств, 15 глава. 1 Царств, 15 глава. И я прочитаю. 1 Царств, 15 глава. И я буду читать с 10 стиха. И было слово Господне Самуилу такое. 1 Царств, 15 глава, 10 глава. Такое. Жалею, что я поставил Саула царем, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. Па-бам! Представляете, вот такое заявление вдруг слышит Божий человек. Кто помазывал Саула? Самуил. Бог говорит, я жалею, что поставил царя Саулом, и он отвратился от меня, и слово моему исполнил. И написано, я печалился, Самуил, и взывал Господу целую ночь. Он просил дать шанс, он просил дать возможность, он просил дать шанс для изменения. Я печалился, Самуил, и взывал Господу целую ночь. Это 11 стих. Знаете, когда он всю, я представляю эту молитвенную ночь отчаянием. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саула. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил. И там поставил себе памятник. Поставил себе памятник. И пошел в Галгал. Вы знаете, вот это интересно, он взял себе памятник, поставил. Я ставлю себе памятник. Потрясающе. И когда пришел Самуил к Саулу, сказал ему, благословен ты у Господа. Я исполнил слово Господа. Представьте, лукавое сердце. Там целая история. И 1 Царств, 15 глава, только теперь 35 стих. Самый-самый конец, последний стих из главы. И не виделся Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Это 35 стих. Печалился. Печаль была такая. И 16 глава, с 1 стиха. И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди. И я пошлю тебя к Иисею из Вифлеема, ибо между сыновьями усмотрел себе царя. Посмотрите, какой первый стих потрясающий. Бог говорит, ну сколько, доколе, до каких пор ты что все еще печалишься? До каких пор ты еще будешь печалиться? Сколько ты еще будешь ныть, а? Сколько ты будешь сидеть и сетовать, умолять, просить? Сколько ты еще будешь? Я представляю, еще раз давайте посмотрим этот стих. 16 глава, 1 стих. И сказал Господь Самуилу, доколе ты будешь печалиться о неудавшемся своем проекте? Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Ну-ка давай, наполни рог твой елеем и пойди. Знаете, вот это условие для человека, который печалится. Наполни рог твой елеем и пойди. Наполни рог твой елеем и пойди.
наполни, возьми помазание и двигайся. Возьми помазание и двигайся. Наполни рог твой елеем и пойди. Наполни рог твой елеем и двигайся. Давайте, наполняйте рог свой, возьмите помазание. Возьмите помазание. Я посылаю тебя. Ибо между сыновьями себе его Иссея, я усмотрел себе царя. Самуил сказал, аллилуйя, да? Вперед. Нет. Знаете, что Самуил начал делать? Второй стих, 16 глава, 1 царь, 16 глава, 2 стих. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, возьми в руку твою телицу и стадо и скажи, пришел я для жертвоприношения Господу. Пригласи Иссея сыновей к жертве, я укажу тебе, что делать, а ты помажь мне того, о ком я скажу тебе. И сделал так Самуил, как сказал ему Господь. Когда он пришел в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мир ли приход твой? Это третий стих. Пятый стих. И отвечал, мирен, для жертвоприношения Господа пришел. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иссея, сыновей его, и пригласил их к жертве. Когда они пришли, он увидел Елиава, старший сын Иессея. Верно, это и есть помазанник. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, на высоту роста его. Я тринул его. Я не смотрю, как человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 7 стих. 8 стих. И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Саму, и сказал Самуилу, этого не избрал. И так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил к Иессею, если все ли дети здесь? И отвечал, говорит, да есть еще один младший, меньше, он пасет овец. И сказал к Самуилу Иессею, пошли, возьми его, чтобы, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессея, и привели его. Он был белокур, красивый, глазами, приятным лицом. И сказал Господь, встань и помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Рамму. Итак, история. История уныния. Когда у тебя что-то не прет. Когда у тебя не получается. Когда ты пытался, но у тебя не получилось. У тебя не получилось. Ты хотел сделать, ты хотел добиться, ты хотел изменений, Ты хотел как лучше, а вышло как всегда. Ты старался, у тебя не получилось. И знаете, вот он пытался, он хотел, он инвестировал свое время. Он приходил к царю, к Саулу, он приходил к нему, он говорил с ним. Он пытался выправить ситуацию. Он пытался отрегулировать ситуацию. Он хотел как сделать как лучше. Но у него ничего не вышло. У него ничего не вышло. Все, что случилось в конце, это просто несчастный случай. Все разрушилось. Вот все реально разрушилось. Что нужно делать? Включите помазание. Возьмите елей. Возьмите помазание. Возьмите силу. Возьмите Слово Божие. Если что-то не получается, это не значит, что это конец. Если Саул уходит от Бога, то Давид приближается к Богу. Если один уходит от Бога, всегда кто-то найдется, кто приблизится к Богу Господу. Вопрос. Ты будешь пытаться вернуть ту ситуацию, которая ушла от Бога, ту ситуацию. Можно опечалиться и можно уныние впасть. И можно впасть в уныние, что вот этот ушел, и этот ушел. Знаете, будучи пастором,
постоянно ко мне какие-то новости приходят. О, вот этот ушел, вот этот ушел, вот этот, вот это, вот этот, вот этот. И как, особенно, когда у вас большая церковь, и знаете, постоянно кто-то приходит, кто-то уходит, кого-то, кто-то есть, кого-то нету. И ты уже начинаешь печалиться, почему того нет, а этот где, а вот этот. И если сейчас сесть и начать сожалеть о всяком деле, то можно всю жизнь провести в печали. И я говорю, давайте мы не будем о печальном, давайте поговорим о благой вести, хороших новостях. Плохих новостей хватает, плохих новостей валом, плохие новости, они вокруг нас сидят, и они вокруг нас гложат, и они продолжают быть среди нас. Хватит о плохих новостях, давайте поговорим о хорошем. Что хорошего? Какое служение? Что Бог делает? Как Бог двигается? Как Бог сегодня действует? Действует ли сегодня Господь? Возьмите помазание. Возьмите рог с елеем. Возьмите помазание. Бог найдет Давида. Бог знает Давида. Бог даст вам Давида. Даст вам елей вылить на Давида. Вы хотите реанимировать умирающего? Но он умирает. Нужно оставить его. Нужно оставить его. Нужно благословить его. Теперь возьмите елей помазания и вылейте на Давида. Вам нужно найти Давида. Найди помазанника. Знаете, когда у тебя с Саулом ничего не прет, ищи помазанника. Ищи помазанника, которого избрал Господь. Ты скажешь, ну Саула же тоже избирал Господь. Да, Господь избирал Саула. Но Саул... закрылся, Саул не захотел идти дальше. Начинай искать человека по Божьему сердцу. Бог не смотрит на лицо. Не ищи лучших возможностей. Когда Самуил увидел старшего брата Давида, первый, его зовут Елиаф, он сказал: «О, вот этот красавчик, смотри, какой красивый, высокий, мужественный». И подумал, что вот этот человек, этот будет царем. И тогда Господь говорит, я не смотрю на лицо. Пророк подумал, ну, было бы неплохо. Он и неплохо выглядит, и у него неплохое отношение, у него позиция, он как бы классно. И нет, не он. Нет, не он. Я себе избрал другого. Другого царя, другого помазанника. Я избрал себе другого. Кого ты избрал? Мне интересен другой. Кто тебе интересен? Я ищу по сердцу, а не по виду. Хотя Давид не был страшным. Давид был красивый, белокурый. Но Бог не смотрит на лицо. Бог не смотрит на обстоятельства, в которых вы находитесь. Дорогие мои, я обращаюсь сейчас ко всем домам. Бог не смотрит на то, как ты выглядишь. Может быть, ты неудачно выглядишь. Может быть, у тебя со здоровьем проблемы. Может быть, еще что-то. Бог не смотрит на то, что у тебя есть. Бог смотрит на сердце. Он ищет человека по сердцу своему. Многие из нас думают, я пойду туда, где злачные долины. Я пойду туда, где иорданские, содомские долины зеленеют, гоморские берега такие классные. Я пойду туда, в Содом и Гоморру. Там так классно, весело. Господь говорит, нет, не ходи туда. Не ходи туда. Не выбирай по упаковке. Не выбирай то, что выглядит лучше. Не выбирай то, что тебе кажется лучше. Не выбирай то, что тебе, то, что привлекает снаружи. Бог смотрит на содержимое. Ему нужно содержимое. Ему нужна внутренность. Не печалься. Ну что ты печалишься? Что ты печалишься? Господь обращается к тебе сейчас. Что ты печалишься? Что ты печалишься о том, что я отверг? О том, что не получилось. Что ты печалишься о том, что не работает? Но ты старался, я понимаю. Ты вкладывался, я понимаю. Ты инвестировал, ты старался. Не печалься. Включай и начинай двигаться. Включай и начинай двигаться. Начинай двигаться. Начинай созидать. Начинай делать. Начинай бороться. Начинай стучать. Начинай прорываться. Начинай делать. Зажигайся огнем. Тебе нужна жизненная энергия. Сила жизненная. Возьми и начинай генерировать жизнь. Производить жизнь. Начинай созидать. У меня получится.
молиться. Я смогу, я преодолею. Я знаю, что Господь со мной. Я знаю, что Господь укрепляет меня. Я знаю, что Господь сила моя, крепость моя, башня моя. Господь ведет меня. Господь оберегает меня. Я беру елей помазания, начинаю двигаться. Если неудача меня постигла, я беру больше елея помазания. Я делаю новый шаг. Я делаю еще один шаг. Я прорываюсь. Я ломаю все преграды. Я не боюсь, не страшусь. Я знаю, что у меня Господь. И Он меня ведет. Он меня направляет. И если у меня что-то не получилось, я не буду печалиться. Я не буду унывать. Я не буду ныть. Я не буду ворчать. Я не буду роптать. Я Божий человек. У меня все получится. Говори со мной. Я Божий человек. Господь со мной. Я беру помазание. И я начинаю двигаться в силе. Я начинаю двигаться в вере. Я начинаю прорываться. Я начинаю стучаться. Я начинаю открывать окна небесные. Я начинаю открывать двери, которые Господь открывает передо мною. И у меня все получится. Господь со мною. Господь пастырь мой. И я провозглашаю, утверждаю, что я смогу силою Господа, все преодолевши, устоять, победить, побеждать, прорваться. Господь со мною. Я не страшусь и я не боюсь. Я знаю, воля Его надо мною. Слово светильник для ноги моей. Его слово светит надо мною. Во тьме иду, во мраке иду. И я не спотыкаюсь, потому что свет Слова Божьего со мною. Аминь, аллилуйя. Дорогой человек, нужно включить веру. Что-то не получилось, что-то сорвалось, что-то разрушилось. Да не страшно, не страшно. У меня не получилось. Не нужно ныть, не печалься. Не надо всю ночь сидеть печалиться. Я Божий человек, и Он со мною. Кровь Иисуса Христа на меня. Очищает меня, дает мне силы. Я преодолеваю, я смогу. Я сделаю невозможное. Я делаю шаг веры. Я делаю шаг веры. Я потрясаю все корни, все неудачи, все корни неудачи. Я прихожу и говорю, я смел, я силен. Я тверд, я уверен, я знаю, мое дело правое, Господь со мною, победа будет за нами. Аллилуйя. Иисус в своем слове обещал нам, что мы все преодолевши устоим, и я знаю, я буду преодолевать. Это не значит, что будет жизнь легкая, это значит, будет жизнь полна борьбы, но я буду побеждать. Что делать, когда приходит неудача, фиаско? Не нужно плакать, нужно сказать, ха-ха-ха, я все могу в Иисусе Христе, я все преодолею, я победитель, я Божье дитя, я царственное священство, Господь меня избрал, поставил и заповедовал мне, что я пойду, и ко мне не боюсь стрелы, летящие во мраке, язвы, выходящие в ночи. Я не боюсь никакого зла. Я буду кушать перед лицом врагов моих. Я буду знать, я знаю, что Господь ведет и направляет меня. Жезл и посох успокаивают меня. У меня есть знание, что у меня есть сила Божия, у меня есть Бог. Во имя Иисуса Христа. Господь, благослови каждого человека, кто смотрит этот эфир. Господь, я молюсь за тех людей, которые попали в неудачу, фиаско, банкротство, трудности, разочарование, уныние во имя Иисуса Христа. Я молюсь и провозглашаю победу над всяким унынием, над всяким разочарованием, над всеми этими смятениями, которые приходят. Я провозглашаю силу Божию в жизни людей во имя Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да откроет, да направит, да изольет от Духа Своего во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Прямо сейчас, через этот эфир, я говорю благословение над вами. Да пребудет слава Божья, сила Божья, помазание Божье, Дух Божий. Да коснется вас Господь и изольет елей помазания на вашу жизнь. Помазание во имя Иисуса Христа. Благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Дорогие мои, когда вы держитесь и смотрите на жизнь полную разочарований, неудач, когда вы фокусируетесь на неудаче, фокусируйтесь, оставьте это, фокусируйтесь на благой вести. Евангелие — это благая весть, на хороших новостях. Не нужно... Конечно же, ты вкладывался. И что делать, когда оставляют? Когда предают? Да ничего. Нужно взять елей
идти и искать Давида. Ищите Давида, и ваша жизнь будет полна радости, благословений и жизни. Аминь. Мой эфир подходит к концу. Я благословляю всех вас и провозглашаю благословение над вашей жизнью, над вашей судьбой. Да пребудет с вами Господь. Ценю, люблю. Каждый день мы встречаемся здесь, кроме субботы и понедельника. Приходите ко мне в домверы.ру. Благодарю за партнерство, за поддержку. Благодарю всех вас, тех, кто поддерживает Божье дело своими десятинами и приношениями. Вместе мы сила. Благодарю Бога и искренне молюсь и благословляю вас. Я здесь каждый день жду вас и молюсь за вас. Да пребудет с вами Господь, да пребудет с вами сила Божья. Да откроет Господь окна небес над вами во имя Иисуса Христа. Спасибо за доверие и за партнерство. Держитесь за Господом, встретимся вскоре. Хранит вас Господь. Во имя Отца и Сына Святого Духа. И все скажем аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.